Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Татьяна, и мой канал у меня в садочке. Уже вечер, поэтому, может быть, достаточно темновато. Вот хочу показать вам свою грушу. Молодое дерево. Куплено было несколько лет назад. Так, сейчас я вам скажу, сколько ей лет. Лет 6, наверное. Ну, дерево было куплено как груша кокинская, но я что-то сомневаюсь, что это кокинская. Такая крона просто довольно-таки ярко выраженная, пирамидальная была. Ветви росли под острым углом, и мне пришлось их как бы отгибать. Это было... Я отгибала в позапрошлом году, в прошлом году часть ветвей отгибала. Вот посмотрите, вот результат. Вот завязались молодые грушки. Плодики. Дело в том, что если дерево растет стремительно вверх, и ветви его располагаются под острым углом, вы видите, то почти наверняка такая груша плодоносить будет очень нескоро. Поэтому в таких случаях у яблонь, у груш ветки отгибают. Желательно, чтобы они были ближе, как бы угол был ближе к прямому, к стволу в основном. Сейчас я вам покажу, постараюсь вот все дерево немножко так вот подальше отойду. Вот. Одна ветка, к сожалению, обломилась у меня. Я думаю, нарастут новые все-таки. Груша цвела, и в нескольких местах образовались завязи. Тут я вижу, вам хочу показать завязь. Там еще вот на стволе завязи. Вот тут вот сейчас я еще покажу, где завязи. Вот тут вот завязи. Грушки молодые. В общем, ну, некоторое количество цветов было на дереве. Так что имейте в виду, если у вас дерево тоже растет, груша ваша или яблоня, стремительно вверх, ну, отгибайте ветки, иначе плодов можете очень долго не дождаться. Ну, пока у меня вот по этому вопросу все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, буду много интересного рассказывать вам про сад и огород. Пока!